Дикие джунгли уже в России. А ведь все начиналось с маленькой игры двух французов. Никто и подумать не мог, что игра станет настолько популярной. И вот, наконец, «Дикие джунгли» на вашем столе. В чем же секрет популярности «Диких джунглей»? В необычном тканевом мешочке? В волшебном деревянном тотеме? Или в колоде карт, придуманных специально для этой игры? Возможно, еще и в том, что «Дикие джунгли» — уникальная игра на ловкость реакции, подходящая почти для любого количества игроков, от 2 до 15, а то и больше. Чтобы покорить джунгли, вам нужно избавиться от своих карт раньше всех. Для этого, первое, открывайте верхнюю карту своей колоды. Второе, ищите у других игроков карту с символом такой же формы. Третье, хватайте тотем и отдавайте свои карты противнику. Чтобы начать приключение в джунглях, разделите всю колоду поровну между участниками. В центр стола поставьте тотем. На картах изображены разные символы джунглей. Каждый символ имеется в колоде на четырех картах, в четырех разных цветах. Например, вот это одинаковые карты, а это разные. Игроки по очереди открывают верхнюю карту своей колоды. Открывать нужно вот так, от себя, иначе вы увидите свою карту раньше соперника. И вот тут начинается самое интересное. Дуэль возникает, как только у двух игроков оказываются карты с одинаковыми по форме символами. Цвет не имеет значения. Каждый из двух игроков старается схватить тотем раньше другого, чтобы выиграть дуэль. Проигравший забирает все открытые карты, как противника, так и свои, и кладет их под низ своей колоды. В джунглях лучше не ошибаться. Если игрок схватил тотем по ошибке или уронил, он должен забрать все открытые карты, лежащие на столе, и положить их под свою колоду. Но если вы думаете, что это все, на что способны дикие джунгли, то вы глубоко заблуждаетесь. На картах присутствуют три вида мистических символов, временно меняющих правила игры. Карта «Стрелки наружу». На счет 3 все игроки одновременно открывают верхнюю карту своей колоды. При этом может возникнуть сразу несколько дуэлей. Карта «Стрелки внутрь». При появлении такой карты все игроки стараются как можно быстрее схватить тотем. Самый быстрый ставит свои открытые карты на кон в центр стола. Проигравший следующей дуэли забирает и эти карты. Карта «Цветные стрелки». Следующая дуэль проходит не по форме, а по цвету. Вы остаетесь в игре, пока у вас есть хотя бы одна открытая карта. Не так-то просто победить, ведь нужно внимательно следить за картами других игроков и быстро реагировать на специальные карты. Этому сопутствует веселье, динамика, азарт и смех всех участников. Именно в этом и состоит секрет популярности «Диких джунглей».